Так, друзья, сегодня мы приехали на Аку, район Подмоковских карьеров. Вот такая сегодня погода, народу очень много. Время час. Ну, приступим к рыбалке. Покажу, что поймали. Так, ловим сегодня на отводной. Вот на такой, на тиоху. Ну, посмотрим, что тут есть. Погнали. Так, есть что-то. Сейчас посмотрим, что зацепили. Что-то достойное. Сожрала куняка. Ну вот такой нормальный. Тараночный опять же окунь. Тараночный. Ну пойдет. Так, ребят, что-то клюнуло хорошенькое такое, нормально. Ух, давит здорово. Бершевич. Хопа. Бершара. О. Нет, это бершара. Без клыков. Так, друзья, что-то село. Окунёчек. Ну такой нормальный. О. Тараночного вида. Можно забрать на жарёху. Так, дело и перестает быть томным. Погнали дальше. Ух, 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 ух. Это что такое? Еще один бершара. Хопа. Нормальный бершик. Да, это берш, не клыков. Вот он. Бершарчик. Так, друзья, вот сегодня на Оке были. Такая тут обстановка. Рыба особо не клюет. Поймали вот пяток окуней и пару бершей. Ловили на отводной. Вот, на такую штуку. Вот. На этом все. Всем удачных рыбалок.